23 октября 2012 года младший лейтенант полиции Заур Джибилов ценой своей жизни предотвратил теракт. Одна из улиц города Беслан, где родился и вырос Заур, и школа, в которой он учился, названа его именем. В памяти Заура Джибилова посвящены многие спортивные соревнования, проводимые в республике. О его подвиге рассказывают и на уроках мужества в школах Северной Осетии. Стражи порядка держат равнение на героя, как на образец мужества, отваги и чести. Скажите, кто для вас является героем? Герой – это человек с качествами необычного человека, то есть, который ставит чужую жизнь превыше своей. Вы знаете, чье имя носит улица, на которой мы находимся? Улица, на которой мы находимся, несет имя героя России Заура Джибилова. Герой – это тот человек, который пожертвовал собой, своими амбициями во благо других людей. Улица названа в честь Заура Джибилова, который пожертвовал собой ради спасения республики от террористов. Эта улица носит имя Заура Джибилова. А какой поступок он совершил? Он пожертвовал собой ради республики, ради Северной Осетии. Спасибо. Эта улица названа в честь Заура Джибилова. А какой поступок он совершил? Он остановил террористов на границе Осетии. Заура я знал лично. Вместе начиная службу в ОВД по Правобережному району республики Северной Осетии Алания. Он на год раньше меня пришел в милицию. Это был очень порядочный, жизнерадостный человек. У него было очень много друзей, и коллеги его заслуженно уважали. Он был из тех, на кого можно было опереться в трудную минуту. Достойный офицер. В то роковое утро Заур унес обычную службу на посту ДПС Кизляр. В 4 часа 15 минут к шлагбауму подъехала начиненная смертельным оружием машина. Полицейский преградил путь автомашине, не позволил смертнику проехать, после чего прогремел страшный взрыв. Сердце молодого сотрудника дорожно-патрульной службы Заура Джибилова остановилось мгновенно, чтобы тысячи сердец продолжали биться. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга, лейтенанту полиции Зауру Джибилову было присвоено звание Героя России посмертно. Память о Зауре Джибилове будет жить вечно.